Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Для тех, кто не был в Эрмитаже. Удивительные вещи». Значит, попался мне на просторах интернета вот такой вот интересный сайт, где вы можете посетить музей Эрмитаж. Значит, бродил по этому музею, обнаружил здесь огромное количество свастик, огромное количество, значит, на полу так называемые звезды Давида. Ну и в особенности привлек меня вот этот вот зал. Называется «Зал русской культуры первой половины 18 века. Обратил я внимание вот на вот эти, ребята, удивительные станки. Сейчас я вам кое-что покажу и расскажу, что меня заинтересовало. А заинтересовало меня, ребята, вот что. В особенности вот этот вот станок. Значит, этот станок, вот хороший сайт такой. Смотрите, все можно приблизить, все можно посмотреть. И вот тут вот описание. Что это такого? Что это такое? Написано: станок копировально-токарный, медальерный, предметы прикладного искусства, Россия. Дата создания 1710. Значит, смотрите, что меня привлекло внимание. Вот здесь. Обратите внимание на вот эти вот винты. Вот они. То есть в станине просверлено отверстие и завернуты, как бы, я не знаю, что это такое, но у нас, я сам работаю слесарем, у нас такие сухом называются рем-болт. Видите, вот. То есть, вы должны себе представлять, что для того, чтобы нарезать резьбу, нужно иметь дрель. Высокооборотистую, ребята. А для того, чтобы потом в этом отверстии просверленном нарезать резьбу, нужен мечик, ребята. А для того, чтобы на мечике нарезать резьбу, нужна плашка, ребята. А для того, чтобы сделать плашку, я вам покажу опять сейчас, как выглядит плашка и что нужно для этого сделать. Секундочку. Ну, примерно выглядит это вот так. То есть, ребята, нужно просверлить вот такие вот отверстия и посередину. И в этих отверстиях нарезать резьбу, а потом уже, ребята, закалить все это дело. Ну, закалить с этим проблем нету, но опять-таки нужен сверлильный станок высокооборотистый. То есть, понимаете, а нам там... нас там уверяют, что этот станок сделанный в 1710 году. Вот какая интересная штука, ребята, меня заинтересовала. Так что, ходите на здоровье по этому вот интересному залу. Обращайте внимание на всякие интересные вещи. Может быть, что-нибудь интересного еще найдете. Вот так вот можете здесь перемещаться по залам. Для тех, кто не был в Эрмитаже, смотрите, ребята, обращайте на все внимание. Спасибо за внимание и приятного вам путешествия. Подписывайтесь на канал. Буду показывать вам много интересных документов. Спасибо за внимание. До свидания.